Иван I, или как его прозвали современники, Иван Калита, получил свое прозвище в честь большого кошелька не просто так. Будучи беспринципным, но дальновидным политиком, Иван Даниилович воспользовался антиордынским восстанием в Твери, чтобы укрепить свою власть. Понимая, что хан Узбек, отправив карательные отряды на Тверь, по пути разорит все русские земли, Иван Калита силами московской дружины предложил подавить восстание в Твери. После этих событий хан Узбек наделит Ивана Калиту правом сбора дани со всех русских княжеств. Это право впоследствии закрепится за московскими князьями. Ну а если вы хотите узнать больше об истории, подписывайтесь на канал.